Карета для Золушки. Площадка для Золушки. И, честно говоря, когда я первый раз увидел на фотках фотографии розовой площадки, я был несколько удивлен, потому что, блин, розовый, вы серьезно? Воркаут — это же уличная субкультура. Кем надо быть, чтобы зайти? Ну, с другой стороны, да, карета для Золушки, да, площадка для Золушки. Ну, все логично. Все логично, чтобы Золушка тоже тренила подтягивание. Ладно, в общем, сегодня буду тренироваться здесь. Техника плеометрических повторений. Благо, площадка к этому более чем располагает. Ну, кстати, стоит отметить высоту крепления рукоходов. Она идеальна. Вот на этом рукоходе она идеальна. Он не очень высокий, не очень низкий. Этот пониже. И на нем прикольно отрабатывать какие-то элементы, типа кувырков, да, которые на высоте не очень приятно отрабатывать, а вот на такой высоте прекрасно. Брусья длинные. Длинные и очень длинные. И это здорово. Мне кажется, они длиннее, чем стандартные, да, где-то, наверное. Ну, подлиннее они будут. Что касается качества самой площадки, конечно, это же халтурка какая-то чья-то, кто-то реально баблишко-то распилил, потому что, видите, ничего не закреплено, все уже нахрен проржавело, тут что-то доваривали. В общем, ужасно, ужасно, ужасное качество. Дерево тоже низкосортное, все облупилось, вот, поэтому площадка по качеству отстой. Что поделаешь? Не всегда мы выбираем места для тренировок. В общем, разминаюсь и погнали.
Вот такая вот вышла сегодня тренировка. Довольно быстро, все про все заняло 22 минуты. Хорошо, что здесь чистят, было приятно попрыгать. Но все равно жестко и в ботинках таких зимних. Тяжело все это делать. Как вы обратили внимание, я после каждого прыжка ухожу вниз в отжиманиях и приседаниях, чтобы компенсировать ударную нагрузку, самортизировать ее как бы. Если вы приземляетесь просто там напрямую или не уходите вниз, плохо для сустава, потому что суставы коленные берут на себя всю нагрузку, там или локтевые, потому что им приходится амортизировать. А так, если вы гасите постепенно по мере движения вниз, то техника гораздо более щадящая. Но, как я уже говорил раньше, мне плиометрика не особо по душе, именно потому что она создает ненужную ударную нагрузку. А в плане нагрузки, в плане стресса, можно найти другие техники, которые будут давать тот же результат. Но, тем не менее, если вы хотите там перепрыгивать через турник или запрыгивать на брусьях с внешней стороны на внутреннюю, да, фристайл всякий разный делать, то нужно уметь плиометрику тоже. Поэтому мы вам ее и показываем в рамках программы. На сегодня все. Увидимся завтра. Новая тренировка, новая площадка. Пока.